Всем привет, дорогие друзья, с вами Рубан, и сегодня давайте поговорим о новом обновлении в Asphalt 9. Оно только-только прилетело, несколько часов буквально. Как обновление прилетело, так и я буквально два дня назад прилетел в свою комнату наконец-то, которую отремонтировали. Теперь я могу спокойно делать видео. Надеюсь, акустика тут будет хорошей, не будет слишком много шума. Ну, в общем, давайте погнали, не буду тянуть кота за хвост. Давайте смотреть обновление. Что у нас есть в данном обновлении? У нас обновление, новая трасса Осака. Сама трасса, по сути, достаточно узкая. Я уже пару каток сделал, посмотрел, что она из себя представляет. Похоже на Карибы, Вим, вот что-то такое приближенное, с такими волнистыми поворотами, если можно сказать. И в некоторых местах, если вы накосячите и вдруг не попадете на трамплин или не попадете в поворот, то вы проезжаете достаточно длинный путь, то есть вернуться в гонку достаточно сложно, и возможно это все сделано специально для того, чтобы игрок, который вот сделал ошибку, или его вытолкнули тач-драйвером, или как там другим способом, ну, тач-драйверов есть приоритет, да, вот если кто не знает, то есть вытолкнуть драйвера сложнее, чем он тебя с его траекторией, поэтому система вот так вот работает. Учитывая данный фактор, что если вы случайно не попали на нужную траекторию, то вам приходится достаточно много терять. И зачем это сделано? Это сделано за тем, чтобы вы сливали, у вас горело в одном месте, и, соответственно, вы, потеряв, ну, тратили бензин, заново чинили машинку, тратили бензин, смотрели рекламу, гэл на этом зарабатывали деньги, все ради бабла, друзья мои. Других вариантов в этом мире нету, поэтому вот такие вот узкие трассы, которые помогают им сделать так, чтобы рандома было больше, слива было больше, и сами гонки становились вот таким вот подобием рандома. Что могу сказать о самой трассе? Кроме этого, оформлено красиво. Есть очень красивые места, сама трасса имеет некоторые уникальные повороты, а-ля бассейн, я бы так назвал, потому что там есть место, где вот как будто на скейтборде ты катаешь на машинке. Этот момент, поворот надо будет поизучать, посмотреть, как его грамотно проходить. Поворот практически на 360 градусов, вот, ну, вот такие вот интересные нюансы есть. А так, в основном, я уже описал трассу, она более такая осако-карибовная, если так можно назвать, добавив отчество. Что могу сказать о машинках? 7 новых машинок, из них 4 являются просто барахольными для многих игроков опытных, потому что на таких машинках обычно они не катают. Они не нужны, или там, возможно, их добавят и заставят вот игроков на таких средних машинках катать, собирать их. Ведь нас впереди ждет ивент а-ля Джиско, друзья мои. А такие ивенты обычно заставляют игрока качать машинку, или вы застреваете на том этапе, который компания GameLoft вам предоставила. То есть если вы не качнули машинку до нужного этапа, то все, вы дальше не идете. Вот такой вот жесткий критерий, и не знаю, как будет в этом обновлении с данным ивентом, но ничего хорошего я не жду. Скорее присоединяйтесь, Лисенок, да, ну, решили нас обхитрить в очередной раз, уже Лисенок говорит об этом. Ну что ж, давайте вместе посмотрим трассы. Вот у нас тут... Итак, друзья, ну, 5 жетонов, я очень благодарен, я разбогател на целых 5 жетонов, спасибо GameLoft, я ночью не спал об этом и думал, чтобы эти 5 жетонов заработать. Возьму-ка я одну из самых слабых машинок. Почему именно слабых? Потому что на таких трассах, чтобы выучить, понять, надо брать простую машинку, прокатиться спокойненько, посмотреть. Очень красиво, знаете, красивая статуя. В общем, модерн или как это, я не знаю. В общем, как вы видите, трасса узкая. Сейчас бот собьет этот обязательно, как же без этого. И вот мы все восьмером будем залетать на этот трамплин, потому что если вы не залетаете, то машинка может быть улететь нокдаун. И вот тут вот через гараж можно пролететь. И вот так вот. Ну, пока я думаю. И вот этот момент. Я не знаю, это правильный путь или нет. Но я так понимаю, что вроде как это все-таки правильный путь.
То есть, если вы не залетаете, вы уезжаете на длинную дорогу, да, все будут стремиться залететь на этот трамплин, если это правильно пойдет. Вот это слово «если» очень важно, говорю, вы будете стремиться. И вот этот вот уникальный поворот с бассейном. И вот, говорю, это трамплин, вот, если вы не залетели, улетаете на длинный, и все. То есть, достаточно понятно, да, почему это сделано? Чтобы вы слили катку, и остальное я уже рассказывал, концепция как работает. В общем, для ГЛ сейчас вот такие вот, это, и это сделано в двух местах, друзья. Так, я что-то неправильно залетел. Видите? Вот если вы залетаете неправильно, вот тут вот длинная дорога. Надо было направо ехать, ну, через трамплинчики, понятно, каскад. И на второй трассе вам пока приведу пример. Да, тут типа если низкую бочку сделал, можешь еще и ускорение дополнительно получить. Это как трасса в Дубае, где мостик стоит. И вот ты должен так сделать, чтобы так низко попасть на именно мостик. Ну, в общем, посмотрим. Много будет вопросов, потому что когда будет двое залетать на этот трамплин, то один может пролететь низко и врезаться прямо в мост. В общем, очень много таких курьезных, говорю, таких особенных мест, где можно потерять все. И я не знаю, зачем это сделано. В сетке особенно и так багов немало, так еще и вот такие вот подставные участки. Но трасса сама по себе красивая. Честно, она мне нравится. Это вообще эффект хороший. Промышленный участок такой. Давайте смотреть корвет ZR1 или как там он называется. Ну что ж, друзья, я уже вот трассу катал два раза. Теперь вот это вот попробую понять. Тут вот так вот, да? И вот тут вот. Я не знаю, это правильный путь или нет. Ну, тут можно сберечь нитро и потом волной выходить из этого участка, я думаю. И вот тут вот еще сверху. Или не сверху. Не знаю, это правильный путь, неправильный. Но я пока что вот по этой ледяной горке. Если это реально короткий путь, то это просто трэш. Смотрите, какие узкие участки трассы. А потом... Нет, не этот момент. Тут еще один момент есть. Сейчас увидите. Вот берем баночку. Ну, тут достаточно прямой участок. Спокойненько едешь. И вот тут обязательно вправо. Если случайно залетели влево, то все. Считайте, смотрите. Я... И как они это представили? Просто фантастика. Нету слов. Машинка просто выше 340 перелетает трамплин. Я не знаю, что сказать. Давайте сделаем еще одну попытку. Посмотрим машинку, как она себя ведет. И посмотрим опять же эту трассу. И говорю, по визуальной части, вот вообще вопросов. А, что это все равно играть? Там типа другая гонка, все равно играть. А типа вы там забрали все призы или что-то в этом роде, наверное. Да, да, друг мой, я хочу все равно играть. Итак, давайте еще одну гоночку. Посмотрим. Говорю, очень каверные эти моменты, вот слово вспомнил. Где можно... Надо было по другому пути, знаете, ехать. Потому что я не знаю, вот какой из этих путей лучше. Вон там он едет достаточно широкой дуге. Ну, возможно, тот путь в некоторых аспектах. Давайте низом я попробую. Или низом нельзя. Ну, это просто уникум какой-то. Корвет, ты вечно будешь жить и вечно, как говорится, кайфовать, потому что такие трассы, они чисто под корвет заточены, он будет себя чувствовать просто офигенно.
ему... Вот тут, смотрите, очень коварный поворот. Если вы немножко быстрее залетаете, вы улетаете влево. В общем, надо будет еще и крутиться. То есть вы вдвоем летите, тебе приходится крутиться, кто-то улетает нокдаун. Все сделано ради того, чтобы вы друг друга посливали. За нокдаун или что-то такое. Что сказать? Рим, Карибы и теперь еще одна трасса. Вот я про новые римские трассы, не старые, олдскульские, а именно те, которые были созданы потом. Вот Рим, Карибы и Осака. Теперь вот три похожие трассы, но Осака может быть даже хуже, чем тот же Рим. Но мы должны катать, посмотреть, и только после всего этого будет ясно, что это из себя представляет. Пока не опробуем сетки, пока не поймем все правильные пути, пока это не осмыслим. Но в первой трассе, вот которую я катал, я уже подозреваю, что есть места, где вы, к примеру, не залетев на трамплин, и тут то же самое, сделав хоть один маленький косяк, не влетев в поворот, это достаточно такие грязные повороты, вы достаточно много будете терять. То есть вы будете ехать по одной очень длинной дороге, и не то, да, может быть, даже и не длинной, а просто там не будет трамплин, ваш соперник будет по трамплинам лететь, а вы по такой корявистой дороге, там, дрифт-газ, вы сами понимаете, что вы сильно теряете и можете потерять несколько позиций. В общем, а на быстрых машинках это намного сложнее контролировать, особенно когда вы на эмоциях катаете, адреналин зашкаливает, вот такая вот ситуация. Ну что ж, по машинкам, что я могу сказать по машинкам? Друзья, у меня ремонт идет, он не закончен, гостиная работает, поэтому, если что, заранее извиняюсь из-за звуков. Что могу сказать по машинкам? Вот эта машинка, она, как я сказал, ни на что не годна. Уже в котором дубле, я не знаю, это какой уже дубль. Ну, в общем, изолю я его окончательно, как окончательный вариант. Она ни на что не способна, просто машинка для полных новичков. Сделали вот такой вот вариант. Ну, может быть, для тех, кто вот только-только начал играть, что-то новое, потому что 3 звезды, я такого вообще не припомню давно. 15 чертежей. Или, может, заставят все-таки прокачать машинку, типа вот качните, и если вы не качнете, вы не пройдете дальше. Следующий у нас Mazda Fura. Это уже немножко поинтереснее. Может быть флагман, а может быть и нет. Может быть корова, а может быть и нет. Ну, вот такая вот ситуация у нас. Потому что нитро достаточно низкая. И как она будет качаться? Будет ли у нее достаточно приемлемая максималка? Если будет хорошее ускорение с неплохой максималкой в купе. Именно ускорение очень важный момент. Купе с нитро, которая будет хотя бы под 50 в итоге прокачана, то, может быть, Fura сможет как-то местами конкурировать, стать более популярной машиной, чем сам Griffith. Но пока этого не случилось, мы ничего сказать не можем. Следующая машинка а-ля такой микс Альфери и Пининфарина. Почему так? Потому что ускорение достаточно средненькое, как Альфери, и максималка неплохая. А вот тут вот наоборот взяли Альфери и перевернули, то есть неплохое управление, плохое нитро. Вот такой вот драндулет, микс какой-то получается, который, я не знаю, вот чем отличается Суперлигера? Да ничем не отличается. На ней особо катаете вы на ней? Да нет, там пару лиг там катнули и закончили. То есть, если да, конечно, по статистике, среднестатистические игроки нас достаточно низко сидят, то окей, без проблем. Для них, может быть, эти машинки будут актуальны. Для опытных игроков это просто барахло, которое засунут нам в ивент, скажут, а зачем ГЛ засовывать там 5-звездочный автомобиль? ГЛ поняли, все равно мы заставим игрока качать дофу. Зачем качать хорошую машинку? Давайте заставим ему задонатить на дерьмо. В итоге, если даже он задонатит и ничего не получит, да прям кайфово. А че нет? Правильно, я думаю, потом еще заставим задонатить на старые машинки, которые он не прокачал. Если он их не прокачал, еще не задонатил, как-то еще не задонатил на старые машинки. Дружок, это нереально, давай донать. Вот так вот приблизительно будет выглядеть концепция, поэтому вам придется их собирать. Все это барахло, которое вот, я не знаю, я на нем практически не катаю. Ну, Акуру раз в неделю, если возьму там для какого-то кубка кредитов или там Альфери, вот
разок. То есть тут уже машинки не сильно актуальны, достаточно посредственные, не знаю, что сказать. В сетке там до платиновой лиги, как опытный игрок, я могу сказать, что это для меня составляет очень короткое время. Поэтому такие машинки, будь они или не будь, ничего не меняется, по сути. Как-то доберемся до платины, а потом уже там дуэли, и застреваешь, и ничего не меняется. Вот об этом лучше говорил думать, чтобы сетка была более активной. Следующая машинка такая же, не думайте, что это какая-то особенная, потому что из нее вылез Алекс Летиция, нет, или не вылез, я не помню видосик. В общем, машинка достаточно средненькая, посредственная. Я так много ожиданий имел насчет нее, потому что я очень хотел, чтобы машинка была годной, с хорошим нитро. Форца, она просто божественная, я на ней катал и получал огромное удовольствие, и тут у нее нитро 38. Это как, не знаю, у меня такие плохие слова пришли в голову, прям не хочу говорить, но как будто отрезали ей что-то, очень важное что-то, но ей отрезали. И вот эта машинка кастрированная, реально кастрированная, girl, и ее, поверьте, нам тоже заставят качать, и вероятнее всего в следующем ивенте, в совокупности, наверное, с Маздой Фурой. В общем, почему в следующем ивенте? Потому что у нас есть два ивента с ключами, вот давайте смотреть. Ну, ZR1 мы уже посмотрели, я предполагаю, что эта машинка будет иметь среднее управление, что-то по типу вот этого Ferrari. И может быть чуть лучше, поскольку достаточно неплохо, максималка тоже, это же Ferrari. Черт, давайте смотреть тут. Тут, в принципе, уже нитро достаточно хорошее. То есть тут у нас управление тоже будет годным. Если ускорение будет под 80 и хотя бы скорость 350 там с чем-то, если 350 с чем-то будет, потому что низкая максималка будет, эта машинка будет такой средней, как тот же Ferrari на извилистых трассах. А сейчас опять же добавлена извилистая трасса, то есть GL на этом акцентируется в последнее время. И, ну, я уже объяснил, почему они это делают. В общем, и вот эта машинка заточена под такие трассы. Как она себя будет вести, не знаю, и будет ли она иметь новую механику. Я, честно говоря, не посмотрел на идеальный нитро с волной. Надо было потестить. Вот это была моя ошибка, но она сейчас испорчена, поэтому в следующий раз обязательно, может быть, на стримчике посмотрим вместе. А может и не дотяну я до стримчика, в том смысле, что там, не знаю, кубок давайте посмотрим, сколько он длится вообще, это бесплатная попытка. 5 дней есть, да, думаю, до стрима вроде как должно. Итак, следующая машинка именно ключастая, в общем, ATS 96 трек вершин. Друзья, я, наверное, этот дубль оставлю, он уже, наверное, 20-й, не знаю, ну, в общем, поехали. Машинка за ключ, по характеристикам, я думаю, будет ускорение а-ля 82-83, а может и побольше. Нитро будет средненькое, как у Аперты, где-то под 60-65 максимум. Достаточно неплохая управляемость. То есть это будет такой апгрейженный Porsche, но только с более низкой. То есть вот взяли вот этот вот Porsche, да, ему порезали нитро, добавили управление и сказали, вот вам неплохой такой флагман или полуфлагман класса, держите, в общем, и задрите на него 20 тысяч баксов, как там рассказывал Фюрм в своем видосике, когда говорил про то, что, типа, смотрите, ЖСКО стоит очень-очень дорого, несколько тысяч баксов надо будет задонатить, чтобы его на 6 звезд получить, и он бомбил на ГЛ, бомбил, а ГЛ потом сказали, милый, ты хочешь в видосике сняться? Он, типа, да, ну вот. Вот приблизительно так выглядит бомбиловка от иностранных ютуберов. Не хочу никого хейтить, но это просто позорище. Когда ты занимаешься, как говорится, рассказом о том, что компания вливается в донат, будь хотя бы мужиком и откажи им в данном аспекте. Но, как говорится, таким он не создан был. Поехали дальше. Следующий автомобиль, он один из флагманов S-класса. Говорят, золотой автомобиль может сравниться с ЖСКО на одном круге. То есть вот такой вот крутой драндулет
с ускорением под 90. После Батисты, вот я видел сегодня скрин утром, Рип Батиста. Вот после этой машинки, конечно, Рип Батиста, потому что даже золотая Батиста, которая имеет ускорение сколько там у нас, 88, не сравнится с ускорением 90 у этого драндулета. Несмотря на то, что достаточно низкая нитро, если машинка будет управляться приятно, то это будет частично компенсировано. Но машинка раскроется только к 5-6 звездам. То есть, ну, она, так скажу вам, потому что без нитрока, какое бы там ни было мощное ускорение, я думаю, машинка, может быть, себя не оправдает, потому что если у Триона просто шикарное управление, то у этой машинки тоже должно быть как минимум управление Триона. Если его нету, то я не знаю, как это будет. Но пока не покатаем, не узнаем. Но самая главная новость не в этом. Самая главная новость, говорят, что на эту машинку, возможно, нужно 400 чертежей. Если это реально правда, не 300, а аж 400, то я всех, кто вот просил в обсуждениях, дайте нам 500-600 чертежей, я вас всех поздравляю. Вы победили, вы супер, вам дали 400 чертежей. Теперь ждите мата от игроков, которых простых, которые вот сейчас, слыша эту цифру, в голове думают, какого фига, они что, офигели, я даже на 3 звезды не соберу, там какие 3, там на 2 звезды не соберу. И приблизительно так и будет выглядеть наша ситуация. Ну или, возможно, ГЛ придумает вариант, но по последнему сливу человек, который это сказал, сказал, что Батиста достаточно легкий ивент, и это в принципе так и оказалось, потому что многие собрали Батисту, одну-две звезды, ну и более, то есть эта машинка стала у многих гаражей стоять, до этого нужен был Dodge Viper, и надо было на Aston Martin немножко покатать охоту. То есть два этих компонента вы выполняли, и вы становились обладателем Батисты С-класса, даже хотя бы однозвездочный. Вот он сказал, что этот ивент будет хуже, чем на GSCO. Если это правда, если тут 400 чертежей, друзья мои, ну готовимся, короче, покупаем бомбиловки и ждем нового ивента. Вот такие вот дела. Мне тут с этим обновлением больше особо нечего добавить, кроме маленьких нюансов, как, к примеру, на клавиатуре добавили кнопку Tab, которую вы можете включать и выключать тач-драйв во время откатки. В принципе, хорошая вещь, не мышкой, а именно кнопкой. Мне этот момент понравился. Добавили 60 FPS на S10 ноут Samsung, и я уже написал по этому поводу комментарий, что «Мина, давай рассказывай нам новую сказочку про батарейку, в которой ты оправдываешь то, что вот на этом телефоне есть, а на мощных, на других телефонах нету. Уже многие телефоны на 855, 855 плюс Snapdragon, на них нету 60 FPS, а вот на этом есть». Ну, в общем, вот такая вот ситуация. Я говорю, я никогда не видел такой компании, которая вызывала бы у меня настолько огромное отвращение, как компания GameLoft. Вот, к сожалению, я могу констатировать. И скажу честно, я по чуть-чуть хочу отойти от этой игры, потому что не в игре самое дело, а именно в отношении к игрокам. Оно очень-очень плохое от этой компании. Они практически не уважают ни одну просьбу игроков, обманывают игроков. Они делали целый час, Мина там сидела, рассказывала, что вот это сетки изменим, это сетки, это. И ничего не произошло, друзья мои. Все это было обманом очередной раз. И я понимаю, что их купила компания Vivendi, и что они вынуждены это делать. Меня уже как потребителя не волнует, поэтому я по чуть-чуть буду отходить от асфальта вообще. И я, конечно, понимаю, что многие подписаны на мой канал ради него. Но, друзья мои, извините, но так уже долго продолжаться не может. Весь день сидеть, задавить одну и ту же игру, одну и ту же каждый раз выполнять. Смотреть, как они в очередной раз ничего нового не делают. Кроме как, я говорю, Осака красивая трасса, но можно было бы ее сделать так, чтобы она была более играбельна. И вместо вот таких вот грязных подводных камней, в которых вот игрок, если не залетел поворот, он там улетает к чертовой бабушке, его могут, а залететь в поворот — это не только ваша вина, что вы неправильно, а просто вас могут вытолкнуть тач-драйвера, потому что у них всегда приоритет по траектории, знаете это. Или вы можете просто багануться, или там вытолкнет вас кто-то. В общем, очень много причин, и все это сделано не ради того, чтобы вы получали удовольствие, а ради того, чтобы вы смотрели рекламу.
Учитывая все эти факторы и даже вот самый маленький и самый вот грязный нюанс, это 60 FPS. Android игроки долгое время это просят эту компанию. Они говорят им, пожалуйста, добавьте 60 FPS на хорошие девайсы. У игроков лагает. У меня сегодня буквально один из лучших игроков в клубе Android сказал, что больше не хочет продолжать играть, потому что играть невозможно. У него просадки, он лаги, и он, если бы было 60, еще как-то, может быть, просадки не были такими критичными. Он говорит, невозможно играть, я не хочу продолжать. И вот человек решил заброситься с WoW 9. Очередной человек в моем клубе именно из-за лагов. Блик, мой один из самых лучших топ-игроков моих, тоже ушел из-за лагов, которые были невозможны и неиграбельны. И все из-за того, что вот эта игра не дает возможность многим игрокам получить заветное и стабильное FPS. Вот и все. Поэтому вот такая вот ситуация. Обновление по трассе лично мне зашло. В том смысле, что красиво все. Пока не катнем, не буду делать выводов, не буду хаять ее, потому что, говорю, пока не будем катать, пока не поймем правильной траектории, пока не поймем, где, что да как. Ну, в некоторых местах это уже 100%, где вот эти подпрыжки, если вы не попали на них, то вы огромное количество времени будете терять вот эти вот петли, пока вы будете выходить. Но в остальном аспекте, пока не катнем, не поймем, я не буду делать, трасса реально красивая. Вот по красоте вопросов нету. Всем спасибо, всем пока, с вами был Рубан, пока-пока, до новых встреч, в новом ивенте, и вот думайте, если реально 400 чертежей, и эта информация не фейк, то я не знаю, что сказать, что мы будем собирать, однозвездочную машинку, ну ладно, окей, одна звезда отгал, пока-пока.